Доброго времени суток, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске я хотел бы объяснить, рассказать, потому что многие почему-то действительно в комментариях, на стриме и ВКонтакте попросили объяснить, как же зарегистрироваться на этот чемпионат, да, который скоро пройдет, e-спорт, понимаете, киберспорт, все дела. Вот, собственно, и видео я покажу, подробно расскажу, хотя я не вижу никакой проблемы в этой регистрации, но, иди знай, может кому-то это поможет. Я расскажу, что дает эта регистрация, вы получаете 100% приз, да, при регистрации, а что и как, ну, собственно, сейчас вы увидите. Для того, чтобы подать заявку, что нужно сделать, если вы, возможно, не видели, многие уже видели, кто-то просто проигнорил эту акцию, вот, оповещение, когда вы запускаете игру, кто-то не знает, подумал, что это скачать какую-то игру и так далее. Собственно, что вам нужно сделать? Вы заходите в игру, да, нажимаете на слово «акция», надеюсь, у вас она работает и грузится, и нажимаете вот на вот эту вот первую вкладку, подайте заявку на чемпионат мировой арены. Да, собственно, вы нажимаете сюда, кликаете. Вот такие вот дела. Если вы познание английского языка у вас на уровне Аракиса, либо еще хуже, то вы можете выбрать русский язык, либо тот язык, который вам ближе всего. И, собственно, через пару секунд оно переключится на тот язык, который вы выбрали. И здесь вы можете прочитать. Прием заявок идет до 14 сентября текущего, конечно же, года. Все участники, заклинатели могут участвовать любые, абсолютно все, кто могут участвовать на мировой арене. То есть, неважно, играете вы месяц, два, три, год или три, вы можете подать заявку и почувствовать себя вот воином дракона, скажем так. На самом деле вы можете просто подать заявку и вообще можете не участвовать, но при этом вы получите небольшие приятные плюшки. То есть сделать несколько движений за 50 энергии плюс возможность получить там каких-то ангел-бонов, согласитесь, не так уж и тяжело, да? Как-то так. Итак, едем дальше. Дата проведения финала 7 октября, да, Европы. Вот, место проведения Париж, Франция, да. Приз финала Европы 5000 баксов. Нормально. Вот здесь вы можете правила почитать, если вам они интересны, место посмотреть на карте, если вы туда поедете и так далее. Вот, финал Европы проводится в Париже, это понятное дело, что транспортные расходы покрываются организаторами, хотя многие думали, что нет. Ну, в общем, если вы туда поедете, то есть вы выступаете как комментатор, либо, к примеру, как участник, то вам все оплатят. То есть авиабилет, то есть гостиница или где вы там будете жить, вам это все, естественно, оплатят. На одну особу, я так понимаю, потому что я нигде не нашел информации. И если вы захотите поехать, не знаю, другом, с девушкой, с бабушкой, то, соответственно, вам, наверное, придется платить за этого человека. Как-то, собственно, так. Подача заявки 100% гарантирует вам получение 50 энергии. То есть, если вам не интересен весь этот финал, там бои, вся эта фигня, согласитесь, 50 энергии на халяву получить тоже неплохо. Собственно, что вам нужно сделать? Да, это подать заявку. Сейчас я уже пробегусь по всему. Критерии отбора: 4 человека, 12 человек со второго сезона и суммарно 16 человек. Возможно, будет уменьшение, либо увеличение количества по, конечно же, желанию руководства. Как-то так. Денежные призы здесь, вот, 50. Да, Архангелов Тьмы, это, конечно, прикольно получить фигурку Архангела Тьмы, это я считаю круто. Да, ну и вот здесь призовые места и так далее и тому подобное, здесь вы можете почитать. То есть даже если вы в теории занимаете какое-то там 16 место, то все равно получите свой приз. Посетители, товары, сонарвар. Я так понимаю, если вы туда приедете просто так, там поболеть за какого-то человека, либо как участник, вы все равно сможете там что-то купить. Какие-то подушки и еще что-то и тому подобное, бла-бла и все такое. Да, если у меня каким-то чудом удастся туда попасть, то, естественно, я постараюсь накупить как можно больше всех подарков, кому-то там сделать заказы на еще что-то и, собственно, отправить потом людям по почте то, что вы закажете. Это так, предвариловка, я не знаю, буду ли я там или нет. Не как участник, естественно, то есть, а как отчасти, возможно, комментатор. Не знаю, примут ли мою заявку или нет, собственно, я ее подал. Так что посмотрим, посмотрим. Вот, примут хорошо, не примут, плакать не буду. И перешли мы, собственно, к кнопке подать заявку. Да, здесь давайте перед подать заявку я еще могу что сказать. Смотрите, здесь я не знаю почему Facebook, наверное, Facebook, если вы в Америке, либо не знаю, где-то там в других странах живете, фиг его знает, но если вы нажмете на кнопку Facebook, вас перекидывает на официальную страницу, которая посвящена Сумо Нарвару, то есть русскоязычную группу, в которой около 25 тысяч человек, чтобы, если что, вы не спутались с какой-то другой группой. И если вы сделаете репост себе
на стену, то есть просто нажимаете вот на репост, да, собственно, поделиться, я не знаю, как она еще у вас может, share link, там, как она еще может, я не знаю, как она еще может называться, собственно, то вы можете получить вот 50 энергии и участие в розыгрыше вот таких 10 плюшевых ангел-мончиков белых, наверное, белые будут, не знаю, может, разнообразные какие-то. То есть, по факту, если вы сделали репост, то вы участвуете в розыгрыше вот таких вот плюшевых ангел-монов. Согласитесь, было бы неплохо такого себе выиграть, даже не участвуя там в каких-то состязаниях, чемпионате и так далее. То есть, приятный подарок. 10 штук, тем более, это не одна штука, то есть, шанс есть всегда. Хотя я в такие розыгрыши никогда не верил, точнее, я никогда не выигрывал в них, а участвовал часто. И переходим, естественно, к подаче заявки. То есть первое, что вы можете сделать, это репост и сразу 50 энергии. Ну, не сразу вам дадут, а когда там уже все вот начнут выдавать, вы должны будете там заполнить заявку и так далее. И тогда начислят 50 энергии, плюс подведутся итоги какого-то там числа, я не знаю. Это нужно следить за группой официальной. И разыграют вот плюшевые вот эти ангелмоны. Может, еще что-то разыграют. Переходим к подаче заявки. Вот здесь давайте я подам заявку заново. Итак, что, собственно, здесь вы должны заполнить? Как видите, здесь вы выбираете никнейм заклинателя, к примеру, если вы там на глобале, видите, у меня выбираются автоматом все ваши, если вы зашли с телефона либо планшета, все ваши никнеймы, на каком сервере бы вы там не создавали, и вы выбираете, с какого сервера вы хотите как минимум получить, на каком сервере 50 вот этих вот энергий, если там принципиально. Естественно, у меня выбран Arrakis Global, дальше вы выбираете ваше имя, вот здесь вот ошибка, ребят, сразу я вам покажу это, здесь вы пишете, не знаю, Вася, так, Вася... Дырчиков, да, здесь фамилия, хоть и написано пол, я сначала написал мужской, а потом в итоге понял, что это фамилия, ну, видите, здесь у них очепятка, да, вот там Дырчиков, пишите, собственно, выбираете страну проживания, не знаю, в Германии вы там живете, в Испании, Португалии, возможно, с Украины, России, конечно же, здесь вы заполняете обязательно email, следовательно, это подтверждение того, что вы не бот какой-то и так далее. То есть заполните ваш действительный имейл. Он не обязательно должен совпадать с имейлом, который вы регистрировали, допустим, когда создавали свой аккаунт в Смонарваре. Не обязательно. То есть любой имейл, который вы имеете доступ и можете зайти. Там подтверждать ничего не нужно, просто вам придет письмо подтверждения того, что вы сделали бла-бла-бла, все правильно. И номер телефона с плюсом, там код страны, там плюс 380, там все правильно, 063, там бла-бла и все такое. То есть вы заполняете свой номер телефона обязательно, вот в таком, плюс там все дела. И здесь вы выставляете галочки, вот. Обязательно прочтите то, где вы ставите галочку, потому что вы принимаете некое лицензионное соглашение. Заявку на участие можно подать только один раз, не считая участия в финале мира. Можете ли вы физически присутствовать на мероприятии в выбранной стране? То есть не ставьте эту галочку, если вы не уверены, что вы туда сможете слетать. Даже за счет компуасов, да, то есть вам оплачивают. Но если у вас проблема с визой, там, загранпаспортом и так далее, то подумайте 10 раз, ставить ли вам эту галочку или нет. Может, вы просто хотите поучаствовать, но даже если вы выйдете в финал, вам придется это место уступить. Поэтому не забывайте об этом. Во время проведения офлайн-мероприятия будет производиться фото- и видеосъемка. Даете ли вы согласие? Ну, здесь уже такое. То есть, хотели бы вы, чтобы ваши фотки там где-то публиковали, бла-бла. То есть, не вижу в этом ничего плохого. Ставите галочку, принимаете ли вы правила чемпионата? Ну, логично, что принимаете. И вы их должны прочитать, это понятное дело. Даете ли вы согласие на использование ваших личных данных? То есть, имя, фамилия. То есть, когда вам будут, к примеру, билет на самолет покупать и так далее, и тому подобное. То есть вы должны свои данные дать. То есть в теории вы должны поставить все 4 галочки и подать заявку. Собственно, вот и все, что вы должны сделать. Да, и вы участник, можете проверить после этого, зайти на свою почту, которую вы там указали, и перепроверить в письме, правильно ли вы все сделали. Если там написано «Конгратуляции», бла-бла, «Поздравляем, вы участник теперь», значит, вы все сделали правильно. И просто ждите, как говорится, дальнейших указаний, что делать, когда, собственно, да. В общем, с 14 сентября вся эта бутатенька начнется, и начнется там чемпионат, квалификации, выбор игроков. Не знаю, как это все будет, если честно, как они это организуют. Это на самом деле интересно. Приятно то, что
в игре Comtoise замечено СНГ комьюнити, да, то, что это сделано не только, да, для западных игроков, там, для восточных, еще каких-то там, в общем, не только для Китая, богатой Европы и, соответственно, Америки, а еще и для СНГ, то есть, видите, даже перевели. Есть возможность подать заявку как на участника, так еще и на комментатора. Да, и напоминаю, что если у вас есть опыт комментирования, вы можете комментировать на своем Twitch-канале, либо YouTube-канале онлайн, сидя, скажем так, дома. На это вы тоже можете подать отдельную заявку, но это уже в официальной группе. Официальную группу я приложу ссылку в описании, так что можете зайти и там почитать подробности, да, об этой теме. Надеюсь, это видео вам было чем-то полезно. Оставляйте заявки. В любом случае, даже если вы не будете воевать, 50 энергии и выиграть, допустим, себе вот плюшевого ангел-мончика, да, или дьявол-мончика, не знаю, что они там будут разыгрывать, все равно будет приятно, согласитесь. А на этом я буду прощаться. Качественного дропа рун. Бля, аж самому смешно. И удачи вам на онлайн-арене. Пока-пока.